гостиная «Удивительная кошка» вновь намерена удивить любителей поэзии. На этот раз у нас в гостях и впервые в Торонто самая эротичная, самая музыкальная и самобытная, одна из лучших русских поэтесс современности – Вера Павлова. Ее любят читатели и ценят критики. Ее книги расходятся многотысячными тиражами. По ее стихам ставят спектакли, о ней снимают фильмы. Она желанный гость на телевидении и радио. Она лидирует среди современных российских поэтов по числу переводов на иностранные языки. Театр «Удивительной кошки» представит творчество Веры Павловой мини-спектаклем «Любовь, болячка». А сама Вера представит свои стихи в авторской программе «Письма в соседнюю комнату». Не пропустите божественную субботу с Верой Павловой 26 апреля. Вечер начнется в 19:00 в зале комьюнити-центра «Эрл Беллс Парк».